Посетить 28 августа можно будет и Центр культуры и досуга Марфина. Сейчас там готовится к пятилетию. Молодая и творческая команда все это время удивляла и открывала новые горизонты для жителей городского округа Мытищи. Танцы, вокал, диджейнг, медиа-студия, ИЗО здесь обучают, а также организовывают яркие мероприятия и досуг жителей. Марфина в этом году ожидает ребрендинг. Накануне дня рождения Центра культуры и досуга мы узнали, как сейчас работает учреждение и каких сюрпризов можно ожидать в ближайшее время. У нас есть своя студия звукозаписи, на базе которой мы открыли студию диджейнга. И как раз Владислав подал этот проект на премию губернатора. Мы рядом ждем объявления результатов от жюри. Слушай, здесь так здорово, так современно, прям как настоящая профессиональная студия. Ну, студия такая же молодая, как и наш центр. И благодаря современному оборудованию мы можем научить детей последним тенденциям музыки. Специальный репортаж под названием «Дом культуры 21 века» смотрите в эту субботу в 20:45 в итоговой программе «Неделя».